Всем привет, друзья! Сегодня я подробно расскажу про новую операцию второго сезона пятого года. Исправлю то, что я наговорил в прошлом видео, и расскажу немного фактов про новые способности оперативников. Еще раз извиняюсь за несоответствие с реальными 100% сливами, которые слили через 10 часов после моего первого видео. В конце этого месяца, как и планировали разработчики, нас ожидает анонс новой операции в осаде, а ее выход, вероятнее всего, состоится в начале июня. Официально пока известно немного. Название нового обновления будет носить заголовок Steel Wave. В скором времени нас ожидают тизеры новых оперативников, а ближе к концу месяца и полный анонс новой операции. Сегодня утром для нас наши любимые инсайдеры слили больше подробностей про персонажей и их способности. У оперативника Ace будет гаджет, который будет называться Selma. Этот гаджет делает дыры в любых стенах размером с брешь, сделанную оперативником Sledge. Гаджет по принципу термозаряда термит, но гораздо медленней. Пока неизвестно, сможет ли он ломать непробиваемые балки в потолке. У оперативника Милуси будет гаджет, который называется Банши. Гаджет ставится как АДС оперативника Ягер. Сам гаджет можно активировать вручную, он помечает противников как дрон Лайна. Имеет ли перезарядку, это неизвестно. Также хочу напомнить, что оперативники из разных стран, прямиком из Норвегии и Южной Африки. Они имеют 2 единицы брони и 2 единицы скорости соответственно. Про оружие и девайсы оперативников нам до сих пор, к сожалению, ничего не известно. Также в игре появится новый прицел, благодаря которому у многих персонажей уберут прицел ОКОК. Достоверно уже известно, что в новой операции изменению подвергается легендарная карта Дом. Также известны названия устройства оперативников благодаря JSON-коду на сайте Ubisoft. Официальные подробности стоит ожидать 18 мая примерно в 19:00 по МСК. Всем спасибо за просмотр, друзья, пока!